сейчас интрига, конечно, повисла. Денис Тихонов, хорошо! Ой-ой-ой, какой момент добивания! 2-1, не будет положения вне игры! Не будет отменен этот гол, Михаил Мальцев выводит родину вперед! Но, конечно, каков Тихонов здесь, и ударище-то замечательный. И если бы сегодня второй гол от перекладины был, то можно было бы этот матч прямо сейчас заканчивать. Долго Тихонов готовился, долго, аккуратный разбег, мяч здесь отскакивает в поле, и дальше Михаил Мальцев уже его в сетку ворот буквально-таки затаскивает. 2-1. Один и снова родина выходит вперед. И вот сейчас, конечно, очень интересно будет посмотреть за тем, а как же там будет дальше. Удар, конечно, классный, ничего не скажешь. И обратите внимание, Тихонов сначала за голову схватился, потому что не попал, мол, как же так. Но потом тут же, буквально за секунду, совсем...